Ох, вот он и Миша. Он по нам стреляет. Крыло попал. Ох. Ох. Я его убил. У него шасси одно отлетело. Поворачиваемся. Попал. Все. Блин, вы меня сбили. Красавчик. Подписывайтесь на мой канал, а также не забудьте нажать на вот этот вот колокольчик. Если вы на него нажмете, то вам будут приходить уведомления о всех моих новых роликах и о новых стримах. Всем привет, ребятки. И мы сегодня вместе с Мишей Мегаджамбо и Серегой записываем одну из ваших идей, то есть одну из идей подписчиков. Это люди против самолетов. Но мы решили записать не просто, чтобы там люди где-нибудь там стояли на домике или там на какой-нибудь платформе и стреляли просто-напросто по самолету, а решили мы, чтобы люди находились на вот этом вот поезде, который находится на карте город. Будет сегодня очень эпично, подготавливайте просто все вкусное, всякие всё сладости, вкусненькое, печеньки там и так далее, да, утрики. И мы начинаем. Всем привет, всем да, привет. Еще раз. Да, ну вы уже начали, так, да? Да, я уже вижу. Ох, вот он и Миша. Он по нам стреляет. Крыло попал. Ох. Я его убил. Ех. Ты меня не убил. Нет, убил F9. У меня даже попал. Да, я попал. Бесконечной жизни, да? Ну, я бесконечный, да. А, я понял. Ты должен типа убить. Ну, я кого-нибудь ну, давай, нет. Меня немножко. У меня 70 хп. И меня. 69 было. Ну, короче, не знаю. Ни хрена себе немножко, Серега. Ну, немножко. Ты нас очень сильно задел пулеметами. Серега, может мы типа в разные как-то прицепы сядем, а то что. Я тоже так хотел, давай, я в красный напомню. Ну давай попробуй. Только не умри, ты меня так лагаешь. Он, вон Миша уже. Стреляем. Я вас вижу. О, стреляете уже. Блин. Окей, На нахрен. Я просто перевернулся. Он не попал. Это очень круто. Надо снова разгон. Я не думал, что так будет круто. Реально не думал, что будет так круто. Не думал? Серьезно? Ладно, все, Миша, вон он. Да, не стреляй по Мише, пускай он пока взлетит. Я вначале должен взлететь. Я понял. Мы, короче, будем играть, пока поезд не остановится. Поезд не остановится. А он не остановится. Поезд никогда не остановится. Ох, рядом было. Он по нам уже гасит. Нет, главное, чтобы он меня не убил. Прячься, прячься, прячься. А, почему нельзя присесть, а? Я мансую по поезду. Рядом попал. Он сам умер, кстати. Он, наверное, вывалился, типа, и умер. А, ну но да, я именно самолет разрушил. Так, Миша, давай еще раз. Ой. Красавчик вообще. Да я старый. Просто я топ. Я еще даже ни разу не попал. Играем до того момента, пока нас Миша не убьет полностью двоих. То есть мы никак не можем выиграть. Это такая типа фановая просто мини-игра. Вот, типа тут все уже. Тут другой типа выживает. Ох, ох, ох. Ну или будем сейчас как-то там у Миши типа до хрена жизни. Не знаю, короче. Так, вон Миша, огонь. Так, вижу. Ох, 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 рядом было. Ой-ой-ой. Так, да я вроде попал. Сколько у него пулеметов? У меня 2 пулемета всего. Не, у тебя 4, как, по-моему. Как близко-то летит. Ой, самое главное не упасть, боже. Миша, самый сложный. Топовый, блин, на самолете летун. Летун, да. Тихо. Вот он, Миша. Есть. Близко. Да капец, его просто убил. Нереально попасть вообще. Ты сильно близко подлетаешь. Так, давай, Миша, заново. Близко, окей. Да. Переспавнивайся. Не, вот прям в первый раз ты по нам так прям очередью прошелся хорошенечко. Ага. Я меня думал, все, жопа сильно. Будет. Серега вообще, по-моему, что-то ли не сдох. А где Миша? Где он? Где он? Я не знаю. А вон он сверху! О, красавчик! Я стреляю еще. Очень трудно. Очень трудно, я вам скажу. Я слышу, пули летят, свистят, а откуда? Я резко вверх глянул. Давай я, короче, тоже снова наверху. Наверху снова? А, вижу. Снова наверху, короче, спавнишь. На, не, это что-то я слишком уж как-то стрельнул. Я падаю. Пониже спустится. Пишите идейки, кстати, в комментариях насчет вот этого вот поезда. В нем, оказывается, можно ездить. Я только об этом сегодня только узнал. Серега, кстати, знал до этого. Мне не сказал, что ты мне не сказал? Рядом вообще капец. Я же ездил много раз. Я хвост отбил, Миша. Я немного промазал, вот блин. Есть еще один раз хвост. Еще хвост и. Нет, тогда с упреждением вот так вот. Нет, это сильное упреждение. Я в гору попал. Ну у меня прям показалось, что у Миши возле головы прям пролетело. Возле носа именно. Возле головы. Давай заново переспаунимся. На. Я тоже знаю, как-то по нему, блин, вроде близко. Ох, кто стрельнул по мне? Это я стрельнул на ходу. Где Миша? Где Миша, смотрим, осматриваем. Не вижу. Короче, я знаю идейку, короче. Я только взлетаю. Я знаю идейку, короче, одну. Я постараюсь ее прокрутить, но это будет очень сложно, однако. Потому что управление здесь. Я же вам говорил то, что, наверное, двое должно быть на самолетах, а один так, в поезде. Нормально. Да сложно, видишь, Миша одному.
Вон он. Я вижу Мишу. Да я об дом стукнулся. Ты а, не, хотя, знаете, что я сделаю? Я знаю, что по-моему, я сделаю. По-моему, ты упал, Миша. Да, ты упал, Миша. Ох, хвостик ты, я попал. Он еще взорвался. Хвостик попал? И умер. Да, да, да. Так, да. Вы где, ребят? Вот здесь вот самое имбовое место под мостом. Где Миша? Я слышу... А вон он сверху, сверху. Вон он, сверху. Огонь. Ой-ой, мансуем. Так, тихо-тихо-тихо. Да ёшкин кот! Опять упал. Как же сложно, я попаду, я попаду. Нет, не попаду. Нет, ты не попадешь. Миша, надо не падать на нас, ты нам никакого урона не нанесешь таким образом. Лучше именно стреляй по нам. Я вас, может, врежусь? У меня прям возле меня прям пули свистят, тут дырки. Давай, давай, детка, давай! Ой, возле меня! Нет! Не было, Миша, не было. Вот вы страшилы. Ты был так близко. Вы просто страшилы, ребят. Я какие еще страшилы? Скорее ты для нас страшила, маньяк. Вон он летит, я его вижу. Где, где? Сверху, сверху? Вон он, вижу. Да, вот он заходит, заходит на нас. Ой, как он меня тпшится? Миша, стреляй по нам. Миша, стреляй по нам. Очень сложно стрелять по вам. Очень сложно стрелять по вам. Вы, блин, там маленькие вообще пиксели, можно сказать. Так ты тоже у нас, Миша, знаешь, не особо-то уши громадные вверху. Ну, по-моему, мы победили. Давай, вот... Один кружок последний до мостика. Если, Миша, ты нас не убиваешь, меняемся. Кто-то другой на самолете. Так, вот, Мишка, Мишка, вот он. На, все. Нафиг, я его убил. Да. Капец. Ой, ну 100 хп у меня, мы чё, живы. Вот, кстати, тут дырка стою. Была. У Миши еще есть. Ладно, да, кстати, у Миши еще секунд. Полкруга мы еще все-таки где-то можем ехать. Доехать до этого. Ладно, ты не успеешь, я думаю, у нас может, залететь. Возможно. Вон Миша. Где-где-где? Наверху. А вон он, вижу, летит. Из-за солнца не было видно. На! Так, ну Миша, иди сюда. Он стреляет! Он меня убил! Я убил! Так, Серега, живи! Затащи! Да, все, он слился. Я, кстати, в поезде лежу. Давай, Серега, реанимируй меня, ладно, не надо, не надо. Нельзя, нельзя. Окей. Нет, так нельзя делать. Может, я Серегу тоже. Посмотрите, вон я в поезде такой. Валяюсь. Давай, Серега, в госпиталь меня довези. Ой, блин. Так, тихо, давай. Давай. Все, немножко. Я вон, посмотрите, как просто валяюсь в этом поезде, прыгаю там на кочках. Так, на... Я улетел вообще. Я улетел, круто. А-а-а. На нафиг. Я тебя взорвал. Ну, кстати, было очень рядом. Вот, все, все. Давайте еще раз. Финиш, не, финишная прямая, вот, все. Все. Я упал, я не могу даже лететь. Я забыл. Кто теперь будет на самолете? Давай теперь я буду на самолете. Давай ты теперь Серега. Окей, поехали. Давайте. Поехали. Ну, теперь я взял самолет и буду пытаться сделать то, что не смог сделать Миша, а именно убить Славика и Мишу. Вот. Я буду в красном на этот раз вагончике. Миша в желтом. Я в желтеньком, короче, базучку уже приготовил. Давай, Серега. Так, давай. Вон он, я уже стреляю. На! Тоже, может попаду. Ой, блин, вы же по мне стреляете. О, он упал, слышь? Все, упал. Мы его сдули просто струей. Вон он летит. Может я попаду, лечу, давай, лечу. Да попади. Нет, так сложно попасть. Не, Миша, это далеко очень. Давай мы же. Мы тоже пытались. Так. Пытались? О, ты на меня уже... Разброс, что ли, какой-то есть у гранатомета? Кстати, да, у базуки есть. Есть! Попал! Капец! Это я. Офигеть, или... эпик. Это было кто это попал? Прям. Это ты попал. А, ты это попал. Я попал? Ни хрена. Я тоже попаду. Рядом было снова. О, вот здесь вот имбовое место под мостом, он нас не сможет достать. Имбовое. Но правда, вот потом мы выезжаем и просто как на ладони. О, Серега увернулся от моего попал. Этого. Я тоже да, почти блин, попал. Капец. Лети. О, я тоже попал. Ага. Все, главное, чтобы он не успевал залетать. Его кстати, просто да. сразу же фокусить. Я сразу в воздухе. Но я имею в виду, если ты там где-нибудь врезался. Все, ты в дом сейчас, Серегу, упадешь, да? Кстати, вот, вот эта нет. дорога тоже имбовая, здесь закрывает. А, нет, да, кстати. А, нет, фух. Зацепил, упаду. Почти нет, попал. Надо было выше брать. Ой, она заходит. Сложно с вами лететь, очень сложно. Ага, и стрелять еще сложно. Ну, у меня тачпад. Попаду, блин, почти будет. Попал, почти попал. Какой упал. Тачпад нет, на стрелочках самолет. Летай? Так, я на стрелочках попаду. Летаю, нет, потом рядом. О, вон, рядом. Почти. Он стреляет, он стреляет. Я прям. Раз, по-моему, попал. Да, у меня вот дырки, по где-то здесь в вагоне. У меня я слышал, по мне попали. Да, у меня тоже 100. Ох. Я стрелял. Ой, ты, о, попал, ты попал, хорошо попал, крыло прям развернул, красавчик. Давай, попаду. О, красота. Знаете, как вот это эпик, просто ставьте лайки за такое. Блин, не попаду. Есть, попал. О, убил, молодец. Хвост, он рассыпался. Он тяжело управляемый. Серёга, дай мне совет, как стрелять. Да просто вот попаду. Так берешь хренакс, крыло попал, он дальше красавчик. Может, у него закрылка только отлетела. Ну, давай, я попаду. Вот, берешь вот так вот, оп. Ой-ой-ой, у меня прям возле головы пульки, он в вагоне, у меня дырки. На, ой. В крыло еще раз.
О, попал. Так, ну, в принципе, я, по-моему, пострелял, так что все нормально. Так, ну, дырочки, где? Так, вот. Вон дырки. Где? Вон где, дырка где в поезде. Ай! Где он? Вот он. Попаду. А, упал. Рядом был. Блин. Рядом был. Я по вам пострелять сразу. Давай, попаду. Ох, ты попал. Нет, это ты попал. Я попал? Нет, ты попал. Это Миша попал. Это Миша попал. Это я попал. Это я попал. Моя пулька немножко улетела, точнее, ракета. О, ты, кстати, попал теперь. Мне не попали ни разу. Вот еще одна дырка. Ах, так, и вот, где? Прям возле меня эти патроны, пули попадали. Так, я сейчас буду только взлетать. Все, я взлетаю, поменял я самолет, давайте там, где вы едете. Ты самолет поменял? А что ты взял, як, что ли? Я взял як. Он еще хуже, у него пушка, у него пушка, Серега. Я попаду, я попаду. Это будет еще хуже. Давай будем его, нормально. Убивать. Тут он просто более управляемый для меня. Смотри, сейчас просто... Эх, а че он так это? Близко. Я попал. Да-да-да, этим мне нравится, в принципе, як. Потому что очень... Тем, что он маленький или что? Он большой, он больше ФВшки. Офигеть управляться. Офигеть. Ой, БФ-ку. Нереально стрелять. БФ-ки, а не ФВшки. Кто БФ? Она просто БФ-ка, мистер, похож на Фоки Вульф очень сильно здесь. Почти попал. Давайте, ребят. Всё, я сделаю такой кружочек. Бам, сильнее. Сейчас заходят на нас. Давай, Миша, я первый как бы это на линии огня. Давай, помогай мне, Миша. Окей, ну я стреляю, стараюсь, может попаду. А не, Серега кривой. Он кривой. Хоть раз прилетел, по-моему, или нет? Давай. Нет, нет, не попал рядом. Вообще. О, о, хорошая позиция, давай. Можете попробовать почти на цепи играть? Да не. О, реально. Да. Бомс, давай попаду. Блин, ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, рядом. Вот теперь будет рядом все пролетать. Вот это попаду. Я понимаю. Попаду, почти так. Попал. Миша, ты, блин, вообще хрен на депо, тебе будет самое сложное попасть ему. Серьезно, что ли? Да. Так, разворачивайся, давай, а давай, 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 давай. Во! Так, С. Ну, рядом. Есть. О, я убил! Красавчик. Ееет. На 100%. Блин. Ой, блин, рядом. Ты выше спамся. Все, взлетаем. Да я просто на С заспавнился нечаянно, когда был в режиме С. Так, давайте вот так вот стрельнем. Может попаду. Нет, это что-то сильно криво. Базучка какая-то кривая. Ага, на что-то. Как-то вообще. Надо, чтобы стреляет. Поближе, он стреляет. Ой-ой, возле меня пули. Попролетали. Возле меня тоже. Вот так вам и надо, вот так вам и надо. Давай, давай, давай. Ай-яй, есть, я попал, красава. Я попал. Давайте еще разочек. Есть, вот, в хвост попал. Ой, почти рядом. Так, все. Переспавнился? Так зачем, Серега, ну, нафига ты переспавнился? Я просто уже начал падать. Попаду. Разве? Там мы там тебе особо повреждений никаких не нанесли. Я начал падать. Давай попаду, блин. Возле крыла снова. Он далеко. Я должен попасть. Кстати, ему будет намного легче по нам попасть. О, все, мы за вот этой хреновиной. Он здесь по нам особенно стреляет. С автоматом нельзя стрелять? Нет, еще. Можно стрелять, можно с чего угодно. Ладно. Ты думаешь, ты его с автомата разберешь? Сложно, реально. От автомата ничего не будет, я думаю, особо. Я теперь Мишу понимаю, что как ему было сложно с нами летать. Ну да. Лучше сбивать. Ладно, автомат так автомат. Может поможет. Я ему перпеллеры подбиваю. Блин, Миша. Что, Миша? Да, все, топ. Ох, ох, ох. К самолету видел? Да, вот, кстати, дырки в желтом вагоне. Хорошо, что я в него не сел. В этот желтый вагон. Я в основном туда и стрелял. Тебе повезло. Да ё-моё. С автоматом хорошо, вот тактика. Да, с автоматом перпеллер берешь ему. Перпеллер. Перпеллер ему берешь, сбиваешь и норм. Перпеллеры мне отбивать. Давай, Серега, у тебя последняя минута, чтобы нас убить. Последняя минута? Окей. Серьезно? Да. Давайте попробуем. Ох, ох, ох. Я у него с автомата, короче, стреляю. Таня, Серега хреновый пилот. Ну, пал. Как и я прям. Да нет, ты лучше летал, ты меня даже убил. Я в желтом оказался. Да, он тебя убил на последних минутах. На последнем круге. На последнем круге. Все потому, что я... Да, як, у него профиль более... Такой. Я не умею, короче, проигрывать. Узенький более. Ох! Попадание. Ох, должен как же был, должен был хоть. Очень я было оказался, возле меня. Я в синем оказался. Ты перепрыгнул. А если я вас... Ой, я попал сразу! Первого раза попал. Миша, это хреново то, что мы в одном этом вагоне. Ну ладно, давай будем просто залпами вот так давать. Будем держаться. О, я попал. Попал. В крыло. Нет, я должен не тоже попал. Попасть. О, вот так вот, у него сейчас большой очень профиль, стреляй. Рядом было. У него шасси одно отлетело. Поворачиваемся. Попал. Все. Вот, блин, вы меня сбили. Красавчик.
Давай последний круг, короче. Я хреновый пилот. У тебя давай последний круг. Ну сейчас мостик будет, и только будет последний круг. Мы по Мише же с автоматом не стреляли, слушай, сказал. Такая разница. А это автоматы, они ничего не дают. Ой, почти попал. Ты не можешь рядом. Да мы сейчас стреляем с гранатомета. Скажи, что я не в желтом убил. Ага. Нет, нет, не убил. Рядом было. Капец, как же близко-то было. Очень близко. Очень близко. У меня есть еще полкруга. Нет, Миша, только круг начинается. Он попал. Да, да, ну, вот, ладно. Теперь только круг начинается, последний. Хорошо. Я хорошо. Попал, давай, буквально плюшка одна и все. Давай, 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 давай. Ой, он заходит. Да, он упал. Лошая. Я зашел, конечно. Лошая. Самое главное, чтобы я не упал. Где? Можно, да, кстати, еще из поезда вывалиться на скорости. Это кстати, будет да. Фигово, ты это сдохнешь. О, в крыло! Считается за смерть. Попал! Крыло. Я тоже. Это я попал. Я тоже. Не, у меня вроде не было попадания, ладно. Давай стреляй, я буду с гранатомета. Давай, давай, давай. Попал. О, в крыло попал ему. Да блин, а чё мне не заворачивал? В дом резался. Ну я тебе закрылки подбивал. Я тебе закрылки подбивал. Я заметил. На, есть хвост сразу. Хвост, да ё-моё. Просто... Фокусим так дико. Где, ох, рядом было. Ой, рядом, очень рядом. Он стреляет уже. Сейчас стрельну. Ой, Миша убил. Ты меня... Это считается? Нет? Да, считается. Да, это считается. Минус Миша. О, попал, попал, попал. Все, Серега падает. Да. Ты меня убил. На. Да ну нафиг. Все, последнее это хреновина. Быстрее, Серега не успеет меня убить. Да я не успею даже. Живи. Есть, попал. Все, 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 вот, вот, вот. Блин, ну все, 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 да, такой трупик еще у меня в синем вагоне. Он остался? Нет, он у меня вывалился вроде. У меня он так трясется вообще. Он у меня вывалился. Все, теперь давайте я буду на самолете. Давайте ты на самолет. Давай. Поехали! Итак, ребята, Славик сел у нас в самолетик, летит, и мы будем отбиваться от него. Не, что-то он не особо на большой, это и вот все. Так, ну, давай, Славка. Вот. Ну мы будем стараться, короче. Мы в читерском месте. В читерском? Не особо в читерском. Были, да. Я Славика вообще не вижу. Я сейчас на вами. Я видел его. Выезжает. Он за, дом, за, за вот домами его. Я тоже видел. Так. Так, самое главное, чтобы он... А вон. Я вижу. Объезд полетел, я по нему уже сейчас смоляю. Сейчас я смотри, Миша. Закуплю к ему. Окей. Хренак, блин. Попади. Попал, как? Ведь я 360 с помощью мышки просто... сделал. Как ты попал? Не знаю, 360 и попал. Просто на рандом, походу. На рандом я просто вот резко мышку, знаешь, как там русские мясники делают, блин, ну так резко. Как будто их много. Так, Славка, да. Ну где ты? Я взлетаю. Давай, у меня самолет еще не хочет взлетать. Ты у нас просто падаешь вниз. Ага. Я не вижу его вообще. А вон он там где-то, короче. На рандом. Давай, детка. Они Миша, вот все. Ты тут на рандом. Давай на рандом его убьем. Надо жесткое упреждение еще брать. Помс. Вон я вижу вас. Ага, видишь вот я нас? Но ты все равно нас не убьешь. О, нифига ты уже стреляешь, однако. Да блин, я выше взял. Ох, а, возле, я возле. Тоже слишком он упал. Слишком высоко. Я не упал. Ага, вон он. А у меня-то упал просто. Да, кстати, он упал. И сейчас он нас догонит и высушит, походу. В хвост там, блин, почти было. А, я почти попал. Он стреляет по нам. Нет. Миша, я защищу нас, давай. Ну попробуйте. Давай, защити. Ох, возле меня снова ракета. Ох. Возле тебя? Давай попадем. Вот. Ты у меня упал и снова взлетел. Ты затопыжился. Ну это лаги. Ой, вот это уже опасно, очень опасно. Так. Бой, детка. Ой-ой-ой! Ой, я попал! Ты упал? Нет. Да блин, ты туда просто падаешь, и мы не понимаем. Ты тэпаешься вообще, пожалуйста. О! Блин, я думал, ты попал. В смысле, мне одному кажется или два самолета летает? Нет, да, два самолета летает. В смысле два? Ой, блин, кто-то мне. Я в хвост упал. Какой-то чувак зашел. Ой-ой-ой. Ой, дальше лечу. Окей. Дальше лечу. Так, я свою хочу попал. Да норм, блин, норм. Я целенький почти. Целенький почти. Снова рядом. Коренное слово. Еще. А что такое упреждение сложное, когда на поезде? Ага, но там еще и разброс, по-моему, есть. Да, разброс есть. Когда... Я стреляю вроде в, прям в тебя, хренак-то оно то влево, то вправо. Потом беру левее или правее, хренак оно в точку летит. Хрен попадешь. Я это уже заметил. Надо перезарядиться мне. Ну, блин, ну ты пэхаешься, блин. Ну, сори. Сложно. Ох, давай же. Да копей, я только же ровно в тебя стрельнул, ровно нет, в тебя. Нет, упал. Нет, нет, нет. Взлетай. Нет, не получилось ничего у меня. Блин. Давай, попаду. Ооо, опять убил. Убил Миша. 2-0. Красавчик. Да, я такой, я такой. Опять так. Упал. Ты нет, упал. Я взлетел. А, вон, взлетел. А, вон, да, ты полетел. Да, вижу, 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 вижу. На рандом.
Не так хрен там, а не рандом был. Рандом у меня не работает. Мы же попадаем с него с помощью Мини автомата. Фиган. Ой, блин. Мне... Ай, часть крыл... Кто мне полхвоста отбил, а? Это, походу, я. Наверное, я попал. Нет, да это вы я. Падал, я все, я падаю. Молодцы. Не, Миша, я там с гранатомета попал в него. Так, с гранатомета, да. Не, с гранатомета, да, одна плюшка окей, буквально. Я. Ладно, окей, хорошо. Меня вы сбили. Так, Славик, где ты? Я вот он. Где? Ну, лети на нас. А, вон он летит. Миша, смотри. Смотри, какой он же стреляет нас. Наглый. Сейчас не будешь стрелять. Сам, на... Тихо. Ооо, 3-0. Ранил кого-то хоть? Нет. Никого. Рядом. 3-0. ХП. Да, Миша, просто самолет, давай. Ты просто выбираешь такой нужный момент. Нужный момент, да. У меня самолет вообще не хочет залетать. Хоть близко было, сам себя убил. Слави, конечно, лошарил нас сегодня. Мега джамы, короче, дальше. Ну давай, самолетик. Миша одного убил целого, я никого не убил. 3-0 вообще-то. Никого не убил. Как бы, нет, ну, я имею в виду, ты убил, когда я летел на самолете. Никого. А, да. Он, ты только Славика убил. Ладно, а где Славик? А я никого не убил. За дома. Я пока не... Ты, в смысле, ты Мишу ж убил? Ты меня убил. Вообще-то да? А, значит, да, окей. О, стреляет уже. Ни черта себе. Да. Попал! Ой, я попал в крыло тебя. Блин, в крылом удолбался. В блендер, попал. Ты что, даже не попал вообще? Вообще ни разу. Близко, конечно, пули тут... А, нету вообще. Паду почти. Да блин, ну что за самолет даунический какой-то? Он не хочет. БФ там какой-то этот, я понял. Я стреляю с автоматом. Он что-то не хочет, он не хочет что-то залетать. А ну-ка, возьму-ка я тоже автомат. Я короче, проклял твой самолет. Вот. Да не, ни хрена, это не работает на меня. Это все я. Работает. Работает. Не работает. Как видишь, что работает. Это не за это, просто самолет такой. Давай, короче, с автомата в него стрелять. Давай. Дадим ему такую ну, попробуйте. Фуру, а потом возьмем гранатомет и уничтожим его. Да, у меня везде пули есть. Здесь мостик гадский. Хоть попадаем по тебе? Попадаем, да. Он сам, да, сам себя я убил? Пол самолета. Он сам себя убил. Сам себя убил. Нет, я его в крыло, он взорвался из-за этого. Ой, я понял. Хвост, он взорвался из-за этого. Ну, мы хорошие ракурсы выбираем. Славик, вообще не фигёт, даже не ну, как бы мы когда тоже летали, ой, ездили, мы на изи Серегу убивали, и наоборот, когда потому, что мы с Серегой сидели. Легче. На самолете очень сложно. Говорил надо, чтобы двое было на самолетах. Да ну, так даже прикольно получается. Да, вообще. Ну, такого. Потому что хард очень. Очень хардово. Вот он, стреляет по нам. Особенно Славик любит как карт. Близко. Как близко-то было. Да ну блин, нет. Я ж вроде прям вас зажимаю. Ой, ну хвост, уже, детка, хвост. Почти. Вот же попаду, ну да, блин, что же это такое? Упал что ли? Не-не. Нет, летит. Должен был попасть, а что же такое? Боже, опасно, очень опасно. Близко было. Есть! Гадская это. Красавчик. 4-0. Ха-ха-ха. Ты его взорвал. А что ты считаешь, Миша, 14? А чё она не взлетает? Я за его попаданий. Тупо читать. Сколько я его убил-то, много. Да зачем это считать? Последний кружочек? Не знаю. Да подожди, я ещё, наверное, самолет вообще поменяю. Ну ладно, хотя да, давайте последний кружочек. Давайте последний кружочек. Сложно. Самолет дурацкий. Согласен. Да. Но я хоть Славик один раз убил с помощью этого пулемета. Миша прям... Это повезло, так Серега да, тоже убил. Не, зато я, может, вас не убил на самолете. Ну это из-за самолета, но зато я как нагибал на гранатомете. Да, ты очень нагибал. Ладно, сейчас еще может что-то да получится. Может ты что-то давай. И сделаешь, возможно. Вот сейчас, короче, мы доезжаем до мостика и едем еще на последний круг. А, ну, окей. Да. Ну либо до твоей смерти, Славик. До твоей смерти. Да. Которая сейчас настанет. Вы которая медленные. Наступит прям сейчас. Блин, я промазал. Ой, тэпается, Славичек. Ещё всё нормально. Да блин, как так? Да вы надоели мне пол самолёта ломать. Я опять в него стрельнул, он взорвался. И он взорвался. Давай, попаду с помощью рандома. Круг ещё не считается. О, рядом. Вот, всё. Считается уже. Да я ещё даже не взлетел. Давайте, ребят, на рандом. Последний кружочек остался. Только сейчас будет. Только сейчас будет? Ну ладно. Это уже будет два круга, получается. А Славка, он как бы читер. У меня самолет. Ой, я почти в газовую... бочку. В бочку попал и Славика не убил. Блин, сейчас вроде это было бы такой эпик. Нифига. Ух ты, стреляет уже. О, как близко-то было по мне, слушай. Попал! А, вы снова по мне попали. О, я ему еще тоже хвост разрушил. Детки, давай, последний кружок. Да, детки, это просто мгновенный лайк.
Короче, вот, буду взлетать круг я с земли. Меня задолбало это с полета взлетать. Так это сложнее. Земли? Земли легче. Сложнее. Ну, и быстрее намного. Постарайся, постарайся. Ну, давай, давай. Может, у тебя что-нибудь да выйдет. А может и нет. Пока а Миша взлетит, мы уже целый круг проедем. Да не, ни хрена. Верно. Да вон, я его вижу уже. Я его тоже вижу. Он сейчас будет прям тут пролетать над нами. Так. Вон он летит. Он я летит. Его слышу. Опа! Опа, ну давай же! Рандом, рандом, давай, давай, давай! Не, хренушки. А, нет, попал. Не-не-не. Мне показалось. Ой, дом упал. Ой, я дом нечаянно разрушил. Это я разрушил. Ты чё в меня стреляешь? Ты что, обнаглел, что ли? Что, попал? Миша, он по тебе попал? Нет, не попал. О, ты попал. Хвост. Хвост я попал, отлично. О, я почти тоже в него попал. Блин, я против крыла. Славик, пожалуйста. Офигеть, тебя колбасит. Ты у нас такие. Я попал! Да снова! Красавчик, Миша. Ну все, пытаюсь с воздуха. Все, мы доезжаем до. У него пару секунд есть просто. На рандом. Нет. Так, а где он делся? А где он делся? Он упал, походу. Нет. А, он взлетел, сейчас восстание терминаторов будет. Все, мы выиграли. Отлично, ребят. Что, уже доехали? Человек никого не убил. Да, мы доехали. Да ладно, нет, вот в принципе и все. Не, реально очень сложно. Нагибал на базуках. Реально было офигенно. Мы пофанились. Может, последний разочек мы его и убьем. Может, он нас... скилл. У меня самолет кривой. Ай, блин. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Большой лайкусик. Подписывайтесь на наши каналы. Я что еще? Все, да? Все получается. Все, да. Всем пока-пока. О, как меня начало колбасить. Пока-пока. Да, давайте, ребят.